Оценка безопасности аэропортов Египта будет завершена в течение недели. Об этом заявил министр транспорта Максим Соколов. Он сообщил, что наши специалисты в данный момент работают во всех основных воздушных гаванях страны. Что касается возвращения наших граждан из этой арабской республики, оно, по словам Соколова, идет без особых проблем. Люди улетают, когда у них должен был закончиться отдых. За минувшие сутки вернулись более 10 тысяч человек. Ожидается, что пик рейсов придется на выходные. Временный запрет для российских авиакомпаний на перевозку наших граждан в Египет был введен после крушения аэробуса «Кагалым-Авиа». Погибли 224 человека. Следствие по-прежнему рассматривает все возможные версии, приоритетные нет. Это подтвердил официальный представитель египетского МИДа. При этом он призвал все страны, у которых есть какие-либо данные, способные пролить свет на причины трагедии, предоставить их.